Здравствуйте, товарищи! Ну что ж, продолжаем с вами прохождение игры Warhammer 40 000 Gladius Relix of War за космический десант. Тем временем, напомню, мы уничтожили Тиранида и наступаем на орка сверху. Давайте посмотрим. Снизу мы ищем, что же у нас там находится-то снизу, кто там находится, какой-нибудь противник точно найдется. Начинаем уже осаждать город орков, пока он остается беззащитный. Ну и неплохо так ему наподдаем на треть урона где-то. Направляем подкрепление, отправляем прочие подразделения. И что же мы будем делать в плане городостроительства, или правильно сказать, градостроительства. У нас напряг с энергией, поэтому нам бы, конечно, энергию построить. Но сейчас мы решаем ее. И еще берем артефакт на лояльность. Так, начинаем уничтожать оборонительные укрепления нейтралов. Эти башни нас давно уже досаждали, наверное, с самого начала игры. Вот сколько тут костелянов-то, это вообще ужас. Ну ничего, они все нам проиграют, они все сольются. Космический десант будет превозмогать. Смотрите, еще один костелян, сколько тут нейтралов, это просто я в шоке. По-хорошему. Но ничего, у нас тут довольно мощные отряды, поэтому ничего страшного. Так, заказываем терминаторов. Ну, пока на большее мы не можем рассчитывать, пока у нас достаточно мало ресурсов. Наша главная задача — ослабить орка и снизу захватить максимально большое количество точек, ну, чтобы укрепить наше экономическое могущество. Плюс через 4 хода у нас лендрейдеры начнут производство, и это хорошо. Так, мы обратили внимание на себя со стороны орка. Меня вот интересует другое. А чё же он здесь никакие войска не держит? Что его там отвлекает-то? Непонятно. Непонятно. Так, нейтралы все в центре наступают, назовем это так. Эх, зря он не атаковал. Ага. Вот кто у нас тут оказывается. Ну, уже на этом этапе игры нам катачанские дьяволы вообще не страшны. От слова совсем. Сносим имперский бастион. Три отряда опустошителей легко это делают, как вы видите. Так, переименуем немножечко отряды. Ну, давайте снайперы, что ли. Чтобы было более пафосно. Крушитель крепостей пафосно звучит. Захватываем еще одну точечку важную. Ага, и тут вот сейчас будем разбираться с костеляном. Разберемся с ним, наконец. И с одним, и с другим. Ну, так тут еще. Ой, слушайте, а я вижу, мы Некрона нашли, судя по всему. Ну, сейчас веселуха пойдет снова. Но пока все возможные резервы мы отправляем наверх, на фронт с орком, который ближе к нам, который все-таки представляет большую угрозу для нашей базы. Снизу все-таки армия будет покрупнее, как-никак. Концентрируем наши отряды.
и ломаем их город. Эх, нам бы сейчас бы второго капеллана, было бы просто великолепно. Судя по всему, нам сейчас самолет наш сломают. Не? Нет. А да, сломал он только другой. Печалька. Ну, орк наш, во всяком случае, ограниченными силами атакует. Не в полную силу, это видно. Так, приперлись целые батареи катачанских дьяволов. У нас армия прокачанная, нас сломать не так уж легко уже. Какие-то жалкие нейтралы нас атакуют снизу пока что. Так, ну чё ж, сломаем, интересно, самолетик или нет? Крепость искупления нам, кстати, здесь нужна, ну, чтобы отвлекать урон и для оборонительных целей. Так, мотоскелистов атакуем. Ой, хорошо, мы самолетик у них сломаем. Великолепно просто. И еще и город получает неплохой урон. Еще и наша техника подошла. Так, будет стража капитана. Это отряд терминаторов. Почетная стража, обороняющая нашего капитана. Ну, не знаю, там, к примеру, второй роты или первой роты. Потом там переименуем, если что. Ну, первая задача на центре — уничтожить все эти нехороших ребят. Ой, как Костелян подставился. Не повезло тебе, товарищ. О-о-о, катачанцы. Вернее, катачанские дьяволы, вам пипец. Как и психнуя нам. Сейчас капеллан у нас, который является одновременно и чаптер-мастером, то есть магистром ордена, сейчас покажет, как надо. Орки атакуют. Ничего, разберемся. Ну тут вот Гарконавт подошел. Вот это печалька, конечно. Пока мы ему ничего противопоставить не можем. Лендрейдер сейчас только-только исследуется. А пока он будет строиться, а может быть, там и ресурсов не хватит, чтобы его сразу построить. Ну что ж, Лендрейдер построили. Что дальше? Ну, вернее, изучили. Построить-то мы его еще не построили. Что вот изучать-то? Все вкусное, вот, все вкусное. Увеличим урон от лазерного вооружения. И ломаем Костеляна еще, тем более. Так, гнездо катачанских дьяволов, долой.
Так, ну вот, как я и говорил, Некрон это, Некрон. Надо бы доберем сейчас вот этих виспидов, жалокрылов. Пока все построившиеся войска отправляем наверх, потому что, во-первых, ближе это. Как прокачаем возможность сбрасывать десант, конечно, мы начнем отправлять подкрепление нашим отрядам. Так, уничтожаем отряд мотоскелистов. С кем атаковать? Ресурсы довольно ограниченные здесь. Капитан у нас стал более высокого уровня. По самолету будем стрелять. Как раз таки у нас это зенитка. Против самолетов как раз таки минус 10 неплохо. Немножечко отведем терминаторов и нанесем им урон. Аптекари им нужны срочно. Все на лендрейдеры. Все на лендрейдеры. Терминаторы подождут. Ну, уничтожили крепость наше искупление, но она для того там и стояла, чтобы терпеть. Серьезно, урон терминаторам не наносят эти мотоскелисты. Ну вот наш охотник может отправиться в ангар, как сказали бы танкисты, ну или по правую руку императора, как бы сказали в Вархаммер, то бишь здесь. Обложили нас еще и нейтралы, не дают полностью сосредоточить огонь на некронах. Ничего страшного. Начинаем неплохо так осаждать эту крепость некронов. Их гробницу уже, если на то пошло. Продолжаем нейтралов нагибать дальше. Терминатор это первый рот у нас полностью прокачанный уже. Сосредотачиваем огонь на костелянах. Не знаю, доберем мы, не доберем. По-моему, да, должны добрать. Да, отлично. Ну, Костелян, вот дай Костеляну. Костелянов Имперской Гвардии. Ну, или хотя в виде Адептус Механикус. Ну, хороший был бы юнит такой, ну. Просто великолепно. Да он так, вот как нейтрал, всегда очень опасен. Но так как им управляет ИИ, как бы против всех, он не столь опасен, если бы он был в руках какой-либо фракции. Что ж, снесем, не снесем город. Так, лечим терминаторов.
продолжаем стрелять по самолетикам. Ломаем мотоциклистов. Отлично. Город, интерес, мы сломаем. Но придется подвести авиацию, и только таким образом сможем. Прекрасно, слушайте. Так, а что, город-то еще жив? Придется его капитаном добрать. Ну, сейчас наш мужественный капитан это сделает. Отлично, сломили дух мы орков. Уничтожили мы их одного вождя. И показали мощь космического десанта. Ибо не надо нападать на Империум человечества. Ибо он всегда ответит. Резко, мощно и очень больно. Я бы так бы проиллюстрировал эту атаку бы. Бронированные парни-то, бронированные боссы-то неплохо так атакуют. Некрон тут стреляет из города. Почему нету никаких его боевых отрядов рядом, не знаю. Возможно, он ведет бой в другом направлении, более ожесточенный, не может сюда войска притянуть. И этот город находится где-нибудь на отшибе, как и последний улей Тиранит. Ты смотри, что нейтралы делают, а? Вот негодяи какие, а? Сколько же вас тут? Мы сколько вас уже перебили, а вы все лезете, лезете и лезете. Так что неудивительно, что эти нехорошие люди все еще преграждают нам путь. Нашим врагам, и по центру никто не прорывается. Мы начинаем ломать их логово. Ну, почти всех уничтожили. Ну, что тут страшного-то? Вообще ничего. Постепенно разбираемся и с Костеляном, и с крепостью Некрона. Подошло у нас ремонтное отделение, ремонтное подразделение. Ну и что, наступаем. Неплохо так мы проатаковали. Устанавливаем терминаторов. Капитан. Капитан у нас уже ход свой сделал. Ну что, бронированных боссов сломаем? Да. Я думаю, да. Отлично. Еще одним отрядом меньше. Прекрасно. Но орки не сдаются. Но другое дело то, что мы теперь на равных сражаемся. У нас здесь часть армии, у них, не знаю, вся или часть армии, ну вот. Как-то так. А, Некрон тут продолжает потихоньку разбирать наш поборник. Что очень много урона он наносит-то ему, ну. Если бы не обряды восстановления, то вообще была бы жесть какая-то.
Так, кто-то там еще атакует, судя по всему. Некрона. Теперь полностью осаждаем эту крепость. Так, уничтожаем еще одних нейтралов. Катачанских дьяволов с тыла уничтожаем. Кстати, катачанские дьяволы — это предвестники тиранидов, между прочим, как правило, оказываются. Те же генокрады, те же тираниды, как считали в Империуме, это первоначально какие-то непонятные отдельные расы, как показало время. А нет, это передовые отряды тиранидов. Так, ломаем банку у них. Так, начинаем разбирать у них горконавта и ломаем у них прочие отряды. Да, конечно, орки против космического десанта на равных, ну, тяжко оркам. Но что-то я чувствую, что все-таки они нам проигрывают не потому, что они слабые или слабее космического десанта, а потому, что кто-то их там с другой стороны тоже дубасит. Ну не вижу я всей той мощи, которая на нас бы обрушилась. Не вижу вот этой зеленой волны, которая чуть не уничтожила нашу крепость буквально сколько? 3 серии назад, да? Слушайте, ничего себе они нашего капитана проатаковали. Нифига себе, слушайте. Как бы они его не забрали бы. Жесть какая-то. Ну вот, накликал беду, вот вышла ночная коса, да? Да, это авиация некронов. Но я надеюсь, капитана не заберут. Надеюсь, во всяком случае. Опа, тут еще и жрецы, ничего себе. Че, обнаглели что ли? Тут еще костеляны подошли. Жесть, конечно. Надо разобраться с ними срочно прям. Ну и вот что мы и делаем. Сколько нейтралов, это вообще же просто жесть какая-то. Так, этих товарищи отправляем на захват важные точки. Так, подставляем мы пушку громовой под крепость. Ну, ничего страшного, она мало урона наносит. И мы уничтожаем катачанского дьявола. А эти крепости, в принципе, пусть стоят-то пока что. Так вот, в чем проблема-то. Вон еще крепость некронов. Судя по всему, его осаждают всерьез. Иначе, да, он бы на нас сейчас бы все силы направил. Неплохо мы так опилочку нашу применили. Понизили боевой дух некронов. Ведем капитана, восстановим здоровье ему. И восстановим еще за счет его опилочки. Почти уничтожили их вот эти передовые части. Хищник суда. Кого мы? Кого ломать-то будем? Вот ты думай. Ну давайте горконавт, пока он на расстоянии.
второй капеллан. Мы можем второго капеллана строить, и, конечно же, мы это делаем. Два лендрейдера у нас строятся, это хорошо. Лендрейдер — это мощь, а прокачанный лендрейдер — это вообще песня. Кому же Горконат сейчас стрельнет? Ну, по хищнику, конечно же. Да. Горконат сильный, конечно, противник, но не такой сильный, как какая-нибудь Стомпа. Так, забирает самолет у нас за счет Горконавта подошедшего, негодяя. Прижали нашего хищника прям сильно. Ничего, сейчас с другой стороны наши отряды со временем подойдут и покажут ему кузькину мать. И под два Костеляна подставился. Так, ломаем у него самолетик. И город ломаем заодно. Так, терминаторам идем на помощь. Входим от этих крепостей, как я сказал, они нам еще понадобятся. Центр пусть, но не будет таким ослабленным. Пусть лучше он будет крепкий. Так, лендрейдер у нас построился, но пока он доедет, пойдет время, конечно же. Поэтому нам остается только держаться. Только всего. Давайте сломаем вертолет. Ломаем меганобов, ломаем парней. Всех ломаем. Вот. Еще и чудило. Однако ж. Давайте ему жахнем. 4,7. Заберем самолет. Ну, почти заберем, почти. Ну, почти не считается, как известно. Еще три хода, еще лендрейдер будет построен. Давайте самолетик построим. Че, у нас же уничтожили. Тем более, это подкрепление быстро прилетит. Так что довольно актуальна такая помощь. Смотрится. И в будущем, возможно, надо будет еще и еще энергии построить. Хм, ты смеешь вторгаться в наш родной мир, зеленокожая мразь. Я угораю просто над этими фразами, как они прям вот бэково звучат. Просто респект разработчикам в этом плане. Хорошо они сделали. Да, в принципе, мне игра нравится, потому что она действительно отражает суть бэка в Архаме 40 000. Ну или хотя бы близка к нему. Потому что космический десант берет не числом, а умением. И у меня тут не настолько большие войска наверху, да и снизу, а я и на том направлении проталкиваю противников. Но тяжко, безусловно, тяжко, очень тяжело.
Потому что когда я тем более это проходил, я помню, как это было еще тяжелее. Даже я сейчас вижу, что тяжелая обстановка, а уж тогда, что уж говорить. Тогда было еще тяжелее. Потому что это надо думать, чтобы не проиграть. Но самое-то интересное еще спереди. Впереди у нас оно. Оно нас ожидает. Так. Вот еще. Нейтралы тут. Так. Бьем по парням. Вообще, если орк строит простых парней, значит дела у него не слишком отличные. Неплохо мы так ополовинили этого горконавта. Может быть, отступит. Посмотрим. Да, наверное, не сломаем мы в этот раз эту крепость Некрона, это гробница, но следующим ходом точно. Ландрейдер-то у нас почти на подходе, это прекрасно. Апотекариев забрал. Ты смотри, какой негодяй, а. Эх, печалька. Без апотекария тяжко. Должен поборник выжить. По идее. Не должны его уничтожить. Опа, нейтрал ломает город нейтрал, ну, тот случай, когда нейтрал помог. Так, ломаем тут других нейтралов. Активируем восстановление. Начинаем сносить войска некронов. Так, отнимаем точку орка, уничтожаем его еще один отряд и бомбардируем полностью поборника. Ой, поборника. Какой поборник? Горконавта. Почти он уничтожен. В том-то и дело, что почти. Лендрейдер. 1-2 хода и уже будет с нами. 2, наверное. А еще другой лендрейдер на подходе. Нам бы апотекария бы еще бы наверх, но решим эту проблему. Без апотекария тяжело. Уходит, что ли? Ничего себе. А зачем он молот гнева активировал? Увеличивающий урон. Да, пути компьютера неисповедимы и непонятны.
кого там атакует Некрон? Судя по всему, нейтралов. Ну а кого он еще будет там атаковать всерьез? Такими отрядами. Правда, это компьютер, я еще расскажу. Надо полечить, безусловно, хищника. Потерять нам ни в коем случае нельзя его. Ломаем у Некрона отряды. Дальше. Почти сломали Костеляна вот этого доставучего. Отлично, вот теперь мы его добрали. Прекрасно. Так, еще один лендрейдер готов. Направляем его автоматически. Ну, ходов 5-6 придется подождать. Так, тут у нас Горконавт. Да, мощно он проатаковал. Спору нет. Но не убежит от нас. Мы отомстим. Терминаторы добирают, отлично. И этот отряд переименуем. Теперь мы можем построить еще и на энергию здание. Кто-то атакует, смотрите. Очень сильно атакует. Орка. Кто же это может быть? Вот меня этот вопрос серьезно волнует, потому что, во-первых, неплохо так они атакуют, а во-вторых, орк-то отошел, скорее всего, не потому, что мы тут начали его... Ну, мы ему нанесли серьезный урон, но не до такой степени же, чтобы он горконавтами отступал. Причем двумя. Куча нейтралов еще ходят вокруг наших точек. Будем надеяться, они не захватят их. Так, улучшили мы наносимый урон лазером теперь. Прекрасно. Thank you.
Вот они пошли в главные города, 28 вот как раз таки. Я думаю, это не единственный город его. Ах, все-таки захватил ту точку, негодяй, ну ничего страшного. Ну вот и ответ, имперская гвардия. В данном случае ренегаты имперской гвардии, которые пошли против воли императора. Сносим чудилу, прекрасно. Еще и мегбой. Ой, мегбой. Медик орков. Так, первый лендрейдер уже прибыл. Еще три хода, и второй лендрейдер подойдет на это направление. Что нам нужно прокачать? Орбитальное развертывание, безусловно, чтобы постоянно сбрасывать с нашей крепости монастыря подкрепление в любом направлении. Нам, когда коммуникация так растянута, это просто необходимо. Валькирия, судя по всему, стреляла это. Так, орк сминается нами и не только, но и гвардеец его сносит. Смотрите, сколько у него войск у гвардейца. Ну, довольно неплохо, раз он продавил орка. Я думаю, немало у него сил. Некрон пока обороняется малыми силами, пытается... Так, вот это мне не нравится. Что там? Кастелян хулиганит, как бы он наш артефакт еще не сломал. Поэтому отправим за ним отряды. Давайте сначала уничтожителя сломаем. О! Здоровье увеличивается у нас и уменьшается у Некрона. Отлично, просто прекрасно на самом деле. Ну, не вижу я того, чтобы нам какую-нибудь угрозу представил из себя Некрон. Мы его только ломаем и ломаем достаточно неплохо. Булгринов сколько? Вообще, через пехоту идти за имперскую гвардию — это неправильное решение. Вообще.
чуть-чуть не хватает добить отряд тяжелого вооружения, прям чуть-чуть. Заказом аптекаря как раз-таки, пока он что-то там построится, у нас орбитальное развертывание будет готово. Ничего, так атакует-то отряд тяжелого вооружения. Ну, отряд тяжелого вооружения — одна из немногих отряд пехот, которые действительно, ну, достойны. Булгрины так себе, честно говоря. Они не терпят вообще. Орка мы с гвардейцем сдавили, но теперь пора нам и очно с ним встретиться. Потому что ересь — это плохо. Мне кажется, отдает он сейчас могильный клинок, я его просто терминаторами сломаю и все. Смысл вот так поступать. Ну, заберет сейчас точку по-любому. Негодяй, а? Смотрите, что вытворяет прям, ну. Надо его, безусловно, остановить. Смотрите, немножечко не хватает, чтобы забрать этих могильных клинков. Почему? Ну, сейчас, ничего, исправим это дело. Вон еще и цитадель Хаосита. Этого нам не хватало. Не будем обращать его на нас внимание. Будем лучше Некрона атаковать. Нейтральные культисты хаоса. Так, ну что, Лендрейдер. Ждем вместе с капелланом, когда тут все у нас получится. Через 4 хода орбитальное развертывание быстрее будет, чем если мы направим пешком эти отряды. Навязываем тут бой авиации неприятеля. А что построить еще? А надо что-то строить. Нужно бесперебойно производить. Иначе в критической ситуации нас просто количеством возьмут. Смотрите, сильно повреждает Лендрейдера. Очень сильно. Как бы они не забрали бы его. Штурмовики.
Надо сохранить этот ландрейдер, он нам пригодится. Сзади атакует негодяй. Ну что, сейчас заберем его. О, еще забираем еще один отряд. Отлично. Минус 20, ух как. Вообще это шикарно. Еще минус 10. Еще почти минус 10 будет. Просто великолепно. С Костеляном разберемся. Не проблема он для нас. Эти войска ждут, когда их десантируют. Но вот авиация и так доберется за 2-3 хода. Поэтому нормально. Спаем ландрейдером. Первым. Вот у нас второй уже подошел. Какая ирония, то мы были под двумя противниками, с одной стороны тиранит, с другой стороны орк. Теперь орк, который воспользовался нашей слабостью, то, что мы атаковали тиранида, теперь мы этим воспользовались и с гвардейцем его разбираем. Смотрите, гвардеец уверен в своих силах, очень уверен, судя по всему. Но этот Костелян явно не протянет в нынешнем полностью прокачанном состоянии с таким хищником, но ничего не получится у него. Минус 20, ух. Это было мощно. Забираем еще два отряда у Некрона. Тут идут какие-то отряды, ничего страшного. Сколько тут подарочков-то неожиданных.
Давайте навредим гвардейцу, потому что он нам здесь тоже делов наделал. Не оставим его в покое. Ну, неплохо мы почти сломали самолет. Забираем отряд тяжелого вооружения. Ломаем отряд булгринов почти. И еще и можем авиации сзади подгадить. Но эти отряды ждут, когда их отправят в бой. Два хода осталось. В первую очередь наверх мы будем сбрасывать, потому что там более тяжелая ситуация. Снизу мы все-таки контролируем. У нас все есть, у нас там есть апотекарь, есть у нас ремонтные бригады. А здесь у нас только ремонтная бригада, иду одна, да и, судя по всему, противников просто больше наверху. Ох, они там все-таки в авиацию ударился тоже, видимо, имперец. Не только в пехоту. Хорошо, что он в технику не ударился. Орк тут появляется. А что, что не по нам стреляет? Он, видимо, не видит угрозу. Ага, не видит. Он бомбардировку проводит, негодяй. Эй, как бы поборника сейчас не сломали. Не хотелось бы. Эх, все-таки сломал. Ну что ж, бывает. Обменяли они город, а по-хорошему два города, на один поборник. Ничего, такой размер, размен пойдет. Так, уничтожаем булгринов. Устанавливаем здоровье капитана. Ломаем у них отряды, чтобы они дольше с орком занимались. Но орку тоже ответим. Здесь булгрины почти уничтожены. Меньше половины здоровья у них осталось. Это еще лендрейдеры у нас до конца не прокачанные. Вот они будут прокачаны, когда у них появится мультимельта и броня от довольно мощного вооружения. Захватываем точки, которые владел орк. Забираем Кастеляна и забираем себе точку со здоровьем обратно, увеличивая здоровье наших отрядов. Ну что, будем мстить? Да, будем мстить. Забираем отряд. Девятнадцать, да, мощно, мощно. Опустошители бьют. Слов нету, как мощно. Ну, этот город падет. Это вопрос времени. Вопрос двух-трех ходов, не более. Три-четыре здоровья. Ну, я думаю, следующим ходом его уничтожим как раз-таки. Да, снабжение надо увеличивать. 72 неплохо, но нужно бы побольше. Опирается гвардеец.
не хочет сдаваться. Если вы стреляетесь в космического десантника, убедитесь, что вы попали. Нормально, так прикольная фраза, действительно. Он же может увернуться. Они же быстрые, гибкие. По человеческим меркам вообще неуязвимы в плане ловкости и движения. Жали. Так, к нам точку хотят тут это снова забрать. Не дадим. Ну так, орбитальное развертывание у нас есть. Отлично. Так, называем главный по ритуалам ремонта. Прикольно получится. Я думаю, сейчас заберем крепость. Ну, если что, капеллан добьет. Отлично. Сносим второй город, довольно, кстати, крупный, 30 у Некрона, это хорошо. Серьезно мы его ослабили, забрали маленький город. И серьезно ослабили, в принципе, Некрона, уничтожив много производственных мощностей, так и в принципе. Так, сбрасываем капеллана сюда, на передовую. Будет у нас чинить он отряды. Мультимельту давайте сюда прокачивать. Апотекария срочно сюда. Апотекария. Вводим отряд терминаторов на лечение. И лечим. Не будем использовать пока восстановление здоровья у капеллана, оно нам еще пригодится. Ух, сколько же вас тут, ребята. Судя по всему, я самолет отдал. Ну, тут, конечно, пипец. Сколько пехоты. Так, забираем у него отряд тяжелого вооружения. Судя по всему, вся авиация у гвардейца занята именно в борьбе с орком. Что ж, отправляем еще подкрепление, направим сюда. Еще одного хищника сюда. Вот два хищника нормально, и лендрейдеров другой фронт будет равноценно. Нормально как раз таки. Хорошо, прекрасно, но честно. Тут еще у нас другие отряды на подходе. Может, кстати, капитана построить. Потом подумаем. Сейчас у нас прирост должен увеличиться за счет нового здания. Так, забираем воинов-некронов. О, и заберем сейчас уничтожители. Прекрасно. Отлично, забираем сейчас Катачанского дьявола. А здесь с отрядом
хищника, пробираемся к основным нашим силам. Зачистили мы тылы. Кого лучше все-таки, а? Вот кого? Капитана может создать, действительно. Да, создадим капитана. Полезные герои космического десанта, они особенно таковые. Очень полезные. Аж залагало во время движения гвардейцы. Видимо, у него там реально легионы какие-то. Уничтожили наш самолетик все-таки, негодяи. Ну ладно, самолетик мы еще построим. Гвардеец нас, слушайте, ну, заставляет нас немножечко отступить. Видно прям, ну, вообще жесть какая-то. У него огромное число воинов, просто мы числом пока не можем сравниться. Птиковые пауки на нас нападают, но что они могут сделать всерьез? Это, кстати, основатели городов у некронов к вопросу. Ну, это отряд опустошителей у нас пойдет к имперскому гвардейцу в тыл. Кого проатаковать? Сколько вариантов? Очень много. Не успеваю я починить лендрейдера, все время приходится наносить урон. Большой урон наносится по нашему лендрейдеру, не страшно. Ну, тяжелое вооружение получает от наших отрядов. Че, это не отряд с тяжелым вооружением, а ракетометчики уже, если на то пошло. Вот. Сбрасываем сюда наших технодесантников, чтобы они чинили технику. Носим два отряда у Некрона. Еще. Некрон для нас вообще не опасен по-хорошему. Ничего страшного и так далее. Кстати, пока мы тут направили этого хищника сюда, мы восстановили его за счет бригады по ремонту. Ну, технодесантника. Ну что ж, ребят, давайте на этом заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Старый Стратегаур. До свидания, товарищи.